Добрый день. В эфире новости на телеканале CBC. В студии Эдель Гусейнзаде. В начале коротко о главном. Эхо армянского терроризма на боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией, обнаружен военный объект системой противовоздушной обороны. Еще 46 человек стали жертвами израильских ударов за последние 24 часа. Таким образом, общее число жертв среди мирного населения Газы с начала последнего конфликта с Израилем достигло почти 36 тысяч человек. В случае победы на президентских выборах мы не допустим масштабного мирового конфликта, к которому ведет политика президента Джо Байдена. Экс-президент Трамп во время выступления на общенациональном съезде партии США вновь предостерег американцев от переизбрания Байдена. Пожарные продолжают бороться с пламенем, вспыхнувшим в игровой зоне в городе Раджкот в Индии. На данный момент известно о 27 погибших, многие из которых дети. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кабахидзе по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что Баку и Тбилиси продолжат успешно расширять сотрудничество во всех сферах для блага народов и стабильности региона. На боевой позиции, оставленной в Карабахском регионе, обнаружена система ПВО. Как сообщает Минобороны Азербайджана, был проведен осмотр системы противовоздушной обороны боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией. С территории военного объекта, обнаруженного в Ходжалинском районе, были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса «Круг», несколько пусковых установок с зенитными управлениями, управляемыми ракетами. Сколько бы оппозиция не митинговала, власти в Армении любой ценой доведут делимитацию госграницы до конца. Такое заявление сделал накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что реальная Армения с делимитированными границами должна стать национальной и государственной идеологией. Армения официально вернула Азербайджану 4 ранее оккупированных во время Первой Карабахской войны села Газахского района. Параллельно армянские пограничники заступили на службу по другую сторону делимитированного участка границы в Тавушской области Армении. Но тем временем протесты оппозиции в Армении в связи с процессом делимитации за отставку действующей власти продолжаются со дня договоренности Баку и Еревана с 19 апреля. Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове выросло до 11 человек. К вечеру 25 мая было известно о 6 погибших и 40 раненых. По данным Национальной полиции Украины, пропавшими без вести числится 17 человек. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на строительный гипермаркет сбросили 2 управляемые авиабомбы. В результате возник пожар на 15 тысячах квадратных метров. Позднее Синегубов сообщил о еще одном ударе по центру города, в результате которого пострадали 18 человек. Президент Украины Владимир Зеленский в своем внеплановом видеообращении днем 25 мая назвал субботний удар по Харькову очередным проявлением российского безумия. По его словам, на момент удара в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Зеленский вновь призвал мировых лидеров оказать достаточную поддержку в виде ПВО, необходимо с которым особо остро ощущает на себе Харьков последние недели. Более 36 тысяч человек убиты в секторе Газа с начала октября 2023 года, когда началась военная операция армии Израиля в этом палестинском анклаве. По данным Палестинского министерства здравоохранения, только за последние сутки убиты 46 человек. Еще 130 человек получили ранения. Таким образом, общее число погибших в ходе продолжающихся 7 октября войны
Израиля с Хамас возросло до почти 36 тысяч, а раненых до 80 тысяч человек. Под завалами разрушенных зданий на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Ранее армия обороны Израиля Цахал нанесла удар к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате погибли 4 человека. Китай объявил о завершении военных учений вокруг острова Тайвань. В Пекине утверждают, что боевая подготовка военнослужащих длилась запланированный период времени. В течение 2 дней Народно-освободительная армия КНР имитировала атаки с бомбардировщиками и упражнялась в посадке на корабли. Китай завершил военное учение «Объединенный меч 2024» возле острова Тайвань. В Пекине заявили, что новая подготовка – реакция на высказывания тайваньского руководства, которые КНР считает противоречивыми. В 2-дневных маневрах участвовали более 100 самолетов и десятки кораблей. В окрестностях Тайваня китайская армия задействовала ракетные войска, а также сухопутные и воздушные силы. По словам китайских военных, в ходе учений проводилась проверка боеспособности подразделений в связке с воздушно-морскими патрулями, точечными ударами по важным целям и операциями на относящихся к Тайваню островах и за их пределами. Наша реактивная артиллерия способна наносить дальнобойные, точные и разрушительные удары по боевым целям в каждом районе и в любое время. Мы готовы к сражениям и решительно готовы уничтожить все силы, выступающие за независимость Тайваня, по приказу Центрального комитета партии и председателя Китая Си Цзиньпина. Масштабные учения силами Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая были реализованы после вступления в должность нового главы администрации Тайваня Лай Цинде, который, по прогнозу военно-политических экспертов, продолжит попытки своей предшественницы Цай Инвэнь добиться самостоятельности острова. Китай регулярно предупреждает Тайвань, что не оставит места для любой деятельности, направленной на независимость. При этом в Пекине готовы предоставить Тайбэю обширные возможности для мирного воссоединения с самоуправляемым островом. При поддержке объединенной системы мы быстро завершили формирование авиации и взаимодействие внутри и за пределами островной цепи. Создали скоординированное огневое соединение, чтобы первыми воспользоваться преимуществом и точно поразить цели. Это отточило наши возможности в случаях участия в реальном бою и при принятии экстренных решений. Руководство Тайваня выразило сожаление в связи с действиями Китая, которые, по мнению Тайбэя, подрывают мир и стабильность в регионе. В связи с военной подготовкой КНР, Тайвань направил для оперативного реагирования в зону проведения учений военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска. Западные СМИ с опаской отреагировали на китайские боевые учения и снова стали сообщать о возможном начале военных действий со стороны КНР в ближайшем будущем. Тем временем США проводят с Тайванем совместные учения и поставляют на остров вооружение, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом. Эльвин Абдулаев, CBC. Ну, как мы сообщали ранее, протесты оппозиции в Армении в связи с процессом делимитации за отставку действующей власти продолжаются со дня договоренности Баку и Еревана с 19 апреля. Их возглавил скандальный архиепископ Баграт Галстанян. Сегодня лидер протестного движения «Тавуш во имя Родины» намерен провести в армянской столице митинг с требованием отставки Пашиняна. Церковь всегда брала на себя ответственность, когда Армения теряла свою государственность. Сегодня церковь вновь выполняет эту миссию, заявил Галстанян в своем выступлении. Но о том, какие цели преследует армянская оппозиция и готова ли Армения следовать мирной повестке, мы поговорим с нашим гостем Эльчин Алыоглы, главный редактор портала «Миляс». У нас в гостях. Здравствуйте, Эльчин Мали. Добрый день, приветствую вас. Спасибо. Ну, по словам Пашиняна, церковь всегда являлась иностранным агентом внутри армянского народа и проводит в жизни интересы неких третьих сторон. Вот все-таки смогут ли армяне научиться жить уже интересами реальной Армении? Церковь на самом деле никогда не была частью Армении, частью где-то в Армении.
Во время царя Прара церковь была водворена тогдашнюю маленькую Армению, и во время Кики, царства Баспаракана, церковь всегда боролась с светскими властями за довлевание над умами и сердцами армян. Кроме этого, армянская церковь всегда принуждала и подстрекала армян различным действиям против властей тех стран, где они проживали. Так происходило и в Византии, так происходило и в Персии, так происходило и во всем Ближнем Востоке, в том числе и в Османской Турции. После этого церковь организовывала массовый исход и переселение армян. Да мало ли чего армянская церковь делала. То, что она точно и никогда не делала, это она никогда не стремилась к миру, к процветанию и к тому, чтобы армяне начинали рационально мыслить. Именно из-за этого, именно из-за армянской, апостольской, монофизитской, григорианской, как хотите называть, церкви, которая считается еретической и в самом каноническом православии, и в католицизме, и в евангелизме, и во всех мировых христианских религиях, потому что христианская религия, согласно 1980 году, когда был издан Булла, она делится сама на изначальные. Но не будем от будем от теософии политической, которая ныне происходит в Армении. Армянская церковь сегодня семимильными шагами подталкивает Армению к хаосу и всепожирающему пламени анархии и децентрализации. Армянская церковь, которая веками принуждала армян к борьбе против властей стран, ныне вышла на улицу против власти самой Армении. Ныне мы наблюдаем борьбу двух Армений. Реальной, маленькой Армении и иллюзорно вымышленной, надуманной, великой Армении, которая якобы простиралась от моря до моря. Тот самый Баграт Галстанян, новоявленный Остап Бендер и в одном флаконе с отцом Гапоном, ныне якобы стал символом борьбы народных масс против премьер-министра Никола Пашиняна. Он требует незамедлительного импичмента Никола Пашиняна, незамедлительного отстранения от власти того самого Пашиняна и прихода к власти якобы демократических, богоизбранной и народно избранной власти. Но вот тут-то, как говорил покойный Ельцин, мы наблюдаем экую загогулину. Потому что богоизбранная власть, по задумке армянской церкви, является властью бывшего президента Роберта Качаряна. Баграт Галстанян же, архиепископ Таушской, Таусгалинской епархии Эчмиадзина, считает себя народно избранным будущим премьер-министром. Вот тут-то возникает определенная политическая коллизия. Потому что Баграта Галстаняна, кроме слов, в политическом багаже нет ничего. Он не сумел провести определенную политическую кооптацию тех сил, которые выступают против Пашиняна. Он всего лишь является марионеткой, выдвинутой на передний план армянской церкви, армянской диаспорой, также кланом карабахских армян, который ныне возглавляется бывшим президентом Робертом Качаряном и Сержем Саркисяном. Самой консолидированном массе, так сказать, нет единственного мнения. То они хотят избрать премьера бывшего омбудсмена Талмасьяна, то они хотят видеть на этом посту бывшего генерала Хачатурова, то они говорят, что должен быть провести импичмент. Но импичмента провести невозможно, что бы ни говорили, потому что в парламенте Армении тотальное большинство за властной партией гражданского долга. А чтобы провести импичмент, нужно 50 и плюс 1% голосов, что вряд ли сумеет обеспечить фракции Армения и Честь Семьи, которая возглавляется Робертом Качаряном и Сержем Саркисяном. Самая главная мысль, которая красной нитью проходит через все задумки этих страдальцев за Родину, хотя это движение называется «Таушва во имя Родины», скорее всего, движение следует назвать «Армения ради Галстаняна». Так вот, красной нитью среди всех их действий, среди всех заявлений проходит одна мысль. Мы не должны подчиняться кому-то. То есть они не должны подчиняться ни себе, ни народу, ни демократическим силам, ни законам, только лишь тому человеку, который является главным фигурантом, главным бенефициатором и главным дирижером этих всех сил. Этот человек никто иной, как Роберт Качарян. Не следует
забывать заявление Баграта Галстаняна о том, что бывших не надо судить, надо им дать шанс. Или следует убивать человека, или следует верить тому, чтобы он исправился. Эти слова он произносил насчет Качаряна. Кроме того, кроме всех вышесказанных слов, и в этом движении нет какой-то политически ясной перспективы, нет стратегического плана действий. Есть определенные тактические уловки, тактические ходы, как в виде закрытия улиц, выхода на улицы, криков, ора, но кроме этого нет четкого плана действий, нет видения ситуации, не только в Армении, но и на всем Южном Кавказе. Они требуют от Пашиняна отказа от демаркации, делимитации условной границы между Азербайджаном и Арменией. Они требуют отказа от мирного договора. Хорошо, если Армения и Армения откажутся, что это им даст? В принципе, ничего. Тогда вместо того, что, как Пашинян говорит, четко обозначена граница, внутри границ Армении, мы увидим ту Армению, которая соседние страны вправе, согласно международному праву, требовать свои исторические земли к освобождению. То есть и Армения, и Азербайджан, они вынуждены и хотят заключить мирный договор. А те, кто не хотят, в лице Баграта Галстаняна, это новоявленного папа Гапона, они ведут армян к самоуничтожению как государственности, так и демократических движений, государственных институтов и общественных структур. Так что Баграт Галстанян, он обречен на хаос, он обречен на безаналитическую деятельность, он обречен не на вдумчивую деятельность, а на истерическую и принуждаемую извне. То есть, суммируя все сказанное, я хочу сказать, что не только армянская церковь является иностранным агентом. Иностранным агентом являются многие в нынешней Армении, как политические деятели, так и общественные деятели. И они ныне, сгруппировавшись, пытаются смести Пашиняна. А смещение Пашиняна, я абсолютно уверен, ничего хорошего не даст ни Армении, ни самой Армении. А как вы считаете, вот будут ли предприняты какие-либо вот решательные шаги для вот пресечения вот этой, ну, назовем это угрозой? Никол Пашинян долго терпел, долго наблюдал, долго пытался утихомирить и образовывать. Он вызывал к разуму, он вызывал к терпению, он вызывал к совести этих людей, которые могли руководить армянам, которые вышли. Но чаще терпение иссякло. Она наполнилась почти. И Пашинян не только вынужден, он будет предпринимать самые жестокие, даже жесточайшие шаги к России, небеснующей толпы. Потому что ныне, сегодня, скорее всего, Галстанян объявит о том, что нужно брать штурмом государственное здание, нужно перекрывать дороги, нужно мешать функционированию государственного института, нужно принуждать государственную службу отказываться от своих деятельность. И Пашинян этого терпеть не будет, потому что речь идет о выживаемости власти, речь идет о будущем самой Армении. И Запад, и Россия, и другие страны, которые превратили Армению в поле своего противостояния, они должны понять, что от этого страдают не только сами армяне, но и их интерес в Южном Кавказе. Потому что бифуркация и еще более нагнетание напряженности в Азербайджане, в Армении, в Грузии, то есть во всем Южном Кавказе, ничего хорошего не даст этим силам, которые ныне пытаются претворить свои планы. Азербайджан молча, терпеливо и весьма спокойно наблюдает за происходящим. Азербайджан является ныне оплотом и спокойствия, и демократии, и стратегического разума на Южном Кавказе. А Пашинян, он будет делать все, чтобы выбить почву из-под ног этих сил, которые пытаются его не только смести, но и физически уничтожить. Угу. Ну, как вы действительно отметили, сейчас происходит один из завершающих этапов делимитации, демаркации, что демонстрирует постепенное продвижение сторон по пути нормализации и урегулирования всех противоречий. И все-таки, насколько сейчас страны уже близки вот, в перспективе подписания всеобъемлющего мирного договора? Учитывая нынешнее положение дел в Армении, учитывая нынешнюю сложившуюся ситуацию в Армении, Азербайджан пока что не намерен торопить ход событий. Мы не намерен торопить и как-то давить
на Пашинян. Нет, мы ждем разрушения этого гордия узла в самой Армении, мы ждем разрешения этих очень серьезных и сложных проблем самой Армении. Я думаю, что к осени будут определенные весьма сильные подвижки в процессе как демаркации, так и делимитации, а также процесс заключения окончательного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В любом случае, еще раз повторяю, нам не следует торопить события, потому что тем самым мы можем вынудить Пашиняна идти из огня до вполне. Поэтому Пашинян сперва пусть разберется с внутренними коллизиями, с внутренними проблемами, а потом он, скорее всего, точнее, точно подпишет мирный договор. Потому что иначе его, еще раз повторю, не только сместят, но и физически уничтожат. Единственное спасение власти нынешней Армении – это подписание мирного договора. Они это прекрасно понимают. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Эльчин Мэлим, за ваш комментарий. Эльчин Алуглу, главный редактор портала «Миллиас», к нам подключался. День независимости Азербайджана. 106-летие со дня создания первой на востоке демократической республики отмечается не только в самой стране, но и далеко за ее пределами. Мероприятия, посвященные дате 28 мая, прошли накануне в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В Национальном конгресс-центре при президентском комплексе Турции в БШТП состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости и Дню вооруженных сил Азербайджана. Гостями вечера стали члены правительства и депутаты парламента Турции, представители дипломатического корпуса, курсанты военных училищ, активисты азербайджанской диаспоры, деятели науки и культуры. Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов обратил особое внимание на значимость наследия Азербайджанской демократической республики, основанной 106 лет назад и ставшей первым демократическим государством в исламском мире. Посол также подчеркнул роль создателей АДР в становлении государственности Азербайджана. Участники мероприятия дали высокую оценку реформам, проводимым в стране на протяжении 106 лет. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, подчеркнув достижения современного Азербайджана, заявил о важности дальнейшей консолидации усилий Анкары и Баку во имя интересов всего тюркского мира. Сегодня возрастает значимость тюркских государств, расположенных в стратегически важном регионе планеты. Считаю неизбежным превращение тюркского мира в новый глобальный центр силы. Сплоченность наших стран сыграет немаловажную роль в обеспечении мира на планете. День независимости Азербайджана отметили также в Абу-Даби. Посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров подчеркнул, что страна, восстановившая государственную независимость после распада СССР, сохранила свой суверенитет и стала самым стремительно развивающимся и влиятельным на международном уровне членом мирового сообщества. В своем выступлении дипломат обратил внимание на важность климатической конференции КОП-29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года. В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах и Генеральным консульством Азербайджана в Дубае, в качестве почетного гостя принял участие министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль бин Мухаммед Аль-Мазруи. Ранний день независимости Азербайджана отметили в Узбекистане и России. Главная угроза Соединенных Штатов исходит не из-за рубежа, а от коммунистов и фашистов, которые посягают на права американцев изнутри. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп, вновь взявший на прицел нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Он также высказался о цели армии США, которая, по словам бывшего американского лидера, должна заключаться в защите страны от посягательств изнутри, а не в бесконечном свержении правительств в других странах и введении бессмысленных войн. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал главную угрозу для страны. По его мнению, она исходит не из-за рубежа, а от коммунистов и фашистов внутри Соединенных Штатов. Об этом он заявил на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне. По мнению Трампа, именно эти недоброжелатели посягают на права и свободы американцев. 77-летний кандидат в президенты заверил, что в случае победы на выборах он сократит федеральное финансирование любой школы, которая будет распространять идеи коммунизма и марксизма.
За последний год правительство предъявило мне обвинение по 91 делу. Так что если я и не был либертарианцем раньше, то теперь я точно либертарианец. И в отличие от Джо Байдена, я не бросаю людей в тюрьму за несогласие со мной. Я здесь также, чтобы поговорить о подъеме левых идеологий в стране и о необходимости победить коррумпированного тирана в Белом доме, жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории США. Бывший американский лидер Дональд Трамп заверил, что если он станет главой США, то не допустит масштабной мировой войны, которой, по его мнению, ведет президент Джо Байден. Трамп убежден, что если он урегулирует российско-украинский конфликт, то прекратится трата больших финансовых и военных средств на чужую войну и начнется спасение жизней тысячи людей. Республиканец определил задачу ВС США не в бесконечном свержении правительств за рубежом и ведении ненужных войн, а в защите США от вмешательства изнутри. У нас не будет свободной страны, если у нас не будет свободы слова. Мы против правительственной тирании и всех ее многочисленных форм. Мы выступаем против той власти, которая шпионит за политическими кампаниями. Администрация Байдена ущемляет права своих собственных граждан. Мы хотим, чтобы это правительство убралось из наших кошельков и из нашей жизни. Дональд Трамп считает, что в случае победы на президентских выборах в ноябре нынешнего лидера США Джо Байдена, через 4 года от Соединенных Штатов не останется ничего. Вслед за этим 77-летний кандидат на пост главы страны заявил, что в случае своей победы на президентском голосовании создаст специальный комитет, который рассмотрит дело каждого политзаключенного, подвергшегося несправедливому преследованию со стороны администрации Байдена. Мы закроем наше вышедшее из-под контроля Федеральное министерство образования США. Я верну власть всем штатам, местным учреждениям и органам, а также всему американскому народу. Я в первый же день на посту президента смогу подписать указ об помиловании или смягчении наказания политических заключенных. Несмотря на то, что Дональд Трамп обещает изменить ситуацию в США, во время его выступления на либертарианском съезде участники мероприятия освистывали и оскорбляли кандидатов в президенты. Трамп пытался апеллировать к либертарианцам, которые имеют больше общего с политическими позициями республиканцев, чем демократы. Либертарианцы, которые верят в ограниченность правительства и свободы личности, обвиняют бывшего президента США Дональда Трампа в том, что он поторопился с созданием вакцины против COVID-19 и не сделал больше для отмены ограничений общественного здравоохранения в отношении непривитых во время пандемии. Эльвин Абдулаев, CBC. Великобритания может вернуться к практике призыва на военную службу, если консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент 4 июля. Об этом премьер-министр Риши Сунак объявил в авторской статье в местном издании. Предвыборная инициатива Тори предполагает, что после достижения 18 лет и окончания школы молодые британцы и британки должны будут либо год отслужить в вооруженных силах, либо посвятить 25 дней, это 2 выходных каждый месяц в течение года, общественно полезной работе, помогая сотрудникам полиции, коммунальных служб или системы здравоохранения. Тем, кто жалуется на то, что делать такую службу обязательно неразумно, Сунак ответил тем, что быть гражданином значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности. Как пояснил Сунак, план не станет возвращением к всеобщему призыву в его прежнем виде, действующему в Великобритании до 1960 года. По его словам, военную службу выберут лишь немногие из выпускников школ, которым придется пройти достаточно строгий отбор, чтобы попасть в ряды вооруженных сил. Стоимость воплощения плана в жизнь оценивается правящей партией консерваторов 3,2 миллиарда в год долларов. Число погибших при пожаре в переполненном игровом зале в парке развлечений в западном индийском штате Гуджарат возросло до 27 человек.
Еще 12 человек госпитализированы. По словам представителя местной полиции, опознать жертвы проблематично, поскольку тела полностью обуглились. Поисково-спасательная операция продолжается, как сообщают местные СМИ. Среди жертв не менее 9 детей и подростков. Возгорание произошло в популярной у местных жителей игровой зоне в парке развлечений города Раджкот. Ее владельцы арестованы. Об этом сообщили в полиции штата. По нашим сведениям, один человек все еще числится пропавшим без вести, и мы несем ответственность за его поиски. Мы задействовали как можно больше бригад и стараемся выполнить задачу как можно скорее. Нашей первоочередной задачей является оказание медицинской помощи раненым, поступившим в больницы. С января 2024 года особое внимание Федерального управления гражданской авиации США приковано к одному из крупнейших производителей коммерческих авиалайнеров, компании «Боинг». Корпорацию обвиняют в несоответствии международным стандартам. Против «Боинга» ведутся сразу несколько судебных разбирательств, в ходе которых при странных обстоятельствах погибло два бывших сотрудника, связанных с корпорацией. Но о том, как «Боинг» потерял доверие своих клиентов и инвесторов, в нашем следующем сюжете. Почти 300 самолетов Boeing 777 могут взорваться в воздухе из-за неисправности электрооборудования. Об этом говорится в письме Федерального управления гражданской авиации США, направленном компании Boeing еще в марте. Отмечается, что управление выявило риск возникновения электростатического разряда вблизи топливных баков в самолетах Boeing 777, что может привести к воспламенению внутри бака и последующему возгоранию и взрыву воздушного судна. По оценкам регулятора, устранение неисправности во всех 292 уязвимых самолетах этой серии обойдется компании в 698 тысяч долларов без учета стоимости деталей. Сразу несколько дел были возбуждены в отношении компании, а власти США ввели ограничения на ее производственные мощности из-за сомнений в безопасности выпускаемой продукции. Мы снизили темпы производства, чтобы обеспечить надежность и качество наших цепочек поставок, стабилизировать их и укрепить нашу производственную систему. Итак, я абсолютно уверен, что качество самолетов, которые мы производим, будет соответствовать стандартам, чего ожидаем не только мы, но и наши клиенты, а также потребностям общества. В мае стало известно о смерти Джошуа Дина, бывшего аудитора качества поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems, дававшего показания в рамках иска к акционерам компании Boeing. За год до этого он обнаружил, что механики неправильно просверлили отверстие в элементе жесткости фюзеляжа, называемом гермошпангоут, о чем доложил начальству. Однако руководство информацию проигнорировало. Ранее мертвым был найден другой бывший сотрудник Boeing, критиковавший производственные стандарты компании. Джон Барнетт проработал в Boeing более 30 лет, прежде чем уйти на пенсию в 2017 году. За несколько дней до своей смерти он давал показания по иску осведомителя против компании. Официальная причина смерти – суицид. Джон был глубоко обеспокоен безопасностью самолета и пассажиров и выявил некоторые серьезные дефекты, которые, по его мнению, не были устранены должным образом. Он говорил, что в Boeing существует практика сокрытия информации и что компания ставит прибыль выше безопасности. Он страдал от посттравматического стрессового расстройства и приступов тревоги в результате неблагоприятной рабочей обстановки в Boeing, что, как мы полагаем, и привело к его смерти. Пристальное внимание корпорации Boeing привлек инцидент, произошедший в январе 2024 года, когда рейс авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда в город Онтарио в штате Калифорния, лишился створки двери при взлете. В последовавших за этим проверках качества корпорация провалилась по 33 показателям из 89. Череда провалов стала причиной потери репутации одного из крупнейших в мире производителей коммерческих авиалайнеров. Нигия Рахманова, Абухая Джафарова, CBC. История знает немало случаев гибели действующих глав государств и правительств в авиационных катастрофах. В результате крушения самолетов и вертолетов погибло больше десятка президентов. Последняя такая трагедия произошла 19 мая с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, погибшим во время крушения вертолета. Но эта авиакатастрофа с участием главы государства далеко не единственная в истории. В теме разбиралась Жаля Гусейнова.
Авиакатастрофы унесли жизни многих известных политиков, тем самым изменив ход региональной, а в некоторых случаях даже мировой истории. 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси и сопровождавшая его делегация погибли в результате крушения вертолета. Мировая история знает десятки имен лидеров государств, которые погибли при подобных обстоятельствах. 9 декабря 1936 год. Арвид Линдман, занимавший на тот момент пост премьер-министра Швеции, погиб в результате авиакатастрофы. Самолет, выполнявший рейс из Лондона в Амстердам, разбился при взлете из аэропорта Крайдон из-за густого тумана. 84 года назад потерпел крушение частный самолет президента Парагвая Хосе Эстигарибия, который выполнял внутренние рейсы столицы. Помимо самого президента погибли его жена и пилот самолета. Предположительно, пилот не сумел сориентироваться в условиях ограниченной видимости. 17 марта 1957 года авиакатастрофа произошла на одном из филиппинских островов Сибу. Это был пассажирский самолет, на котором в том числе летел президент Филиппин Рамон Магсайсай. Воздушное судно из-за поломки системы электропитания врезалось в гору. Выжил только один человек. 1963 год. После устранения первого президента Ирака путем переворота его место занял Абдул Салам Ареф. 13 апреля 1966 года Абдул Салам Ареф вылетел на вертолете из Басры в Багдад. С ним летели еще два вертолета, однако в Багдад президентский вертолет так и не долетел. Обломки нашли только на следующий день возле района Эль-Куна. Все, кто был на борту, погибли. В апреле 1969 года трагедия случилась в Боливии. Президентский вертолет столкнулся с телефонной линией. По другим данным, с линий электропередач, потерял управление и разбился. Погиб президент страны Рене Барьентас. До сих пор существуют версии, что его сбили. Однако следствие пришло к выводу, что это все же был несчастный случай. 24 мая 1981 года самолет президента Эквадора разбился в горах у Айрапунга в провинции Лоха. Погибли глава государства Хайме Агилера с женой, министр обороны страны с женой, а также двое офицеров и еще пять человек. Причины катастрофы до сих пор точно не выяснены. 26 февраля 2004 года самолет с президентом Македонии Борисом Трайковским разбился в горной местности в Боснии и Герцеговине. Они летели в эту страну для участия в международной конференции. 10 апреля 2010 года в Смоленске во время захода на посадку разбился пассажирский самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качинский со своей женой, а также делегация польских чиновников и военных. Это был спецрейс Варшава-Смоленск, пассажиры которого направлялись на мероприятие в память жертв Катынского расстрела. В общей сложности жертвами авиакатастрофы стали 96 человек. Длительное расследование было завершено только в апреле 2022 года. Тогда польские исследователи опубликовали окончательные выводы о том, что причиной катастрофы стал взрыв в левом крыле самолета. Жаля Гусейнова, CBC. В Баку открылась ставшая уже традиционной 9-я международная выставка под названием «От отходов к искусству». В выставке, проводимой с 2012 года, приняли участие более 30 мастеров кисти из 9 стран. Цель экспозиции – привлечь внимание к глобальным проблемам экологии посредством искусства. При организационной поддержке фонда Гейдара Алиева, управления Государственного историко-архитектурного заповедника Чари-Чагар и открытого акционерного общества «Чистый город» в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала открылась международная выставка под названием «Из отходов в искусство». Тут демонстрируются различные образцы искусства, изготовленные из бумаги, непригодные к использованию в домашнем хозяйстве техники предметов, шин, машинных стекол, стеклянной посуды, металла и других бытовых отходов. Тематика сегодняшней выставки – «Твори ради мира». Здесь у нас две цели. Во-первых, мы хотим донести до общества, что даже отходы, на которые мы очень часто не обращаем внимания, можно превратить в произведение искусства. А во-вторых, это можно расценивать как призыв к миру творческих людей.
Основная цель выставки, проводимой в год солидарности во имя зеленого мира и в рамках подготовки Азербайджана к масштабной климатической конференции COP29, заключается в привлечении внимания общества к вопросу охраны окружающей среды и сокращению количества отходов. Произведения, выставленные на экспозиции, изображают разрушенные природные ландшафты, затопленные или покрытые мусором города, напоминая о неразрешенных экологических проблемах и их угрозе всему человечеству. Моя работа называется «Эпоха антропоцена». То есть антропоцен – это человек, который стал менять планету своей деятельностью. И как далеко зашел человек в том, что он делает? Работа с достаточно серьезным подтекстом, потому что, мне кажется, на сегодняшний день человечество перешло границу разумного, засоряя фактически мир, и мы должны очень говорить об этом, о том, о спасении мира. И вот в своей работе я изобразила, значит, нашу планету, которая находится уже в очень плачевном состоянии. Человек наследил своей деятельностью там, довел ее до почти до уничтожения. Но планета в космосе, и в планете, в этой работе есть маленькая деталь, маленькая человеческая обувь, как символ того, что планета все-таки жива и надеется на восстановление. Вот смысл этой работы. «Эпоха антропоцена» называется. В этой выставке я участвую со своей работой, которая посвящена к экологии, то есть мы должны беречь нашу экологию. Я в этой работе хотела показать, насколько значимая, насколько для нас значит экология. Если вы посмотрите на эту работу, вы увидите, что я там показала черепаху. Черепаха имеет глубокое философское значение в древнем мире. Некоторые страны ее олицетворяли с мудростью, которая первой поделилась мудростью с человечеством. Также фундаментальность, она также имела значение плодородия. Участники выставки отметили, что тема экологии в искусстве – это не только само искусство. Они также напоминают о нашей ответственности за планету перед будущими поколениями. В Азербайджане, принимая участие в таком интересном проекте вот, от отходов к искусству, для меня это был первый опыт попробовать себя нечто в новом. В своей работе я использовала коробки, то, что мы часто на них не обращаем внимания, сдаем макулатуру, но по своей структуре они мне напомнили архитектуру старого города не только Азербайджана, и Баку, и в нашем регионе, в Узбекистане, тоже есть похожее архитектурное сооружение. И работа называется «Дом» или «Город над облаками», потому что эти дома постепенно исчезают и как бы улетают в небо и остаются в нашей памяти. Мы завершили свою работу в течение 4 дней. Сегодня мы открыли нашу выставку. Тут представлено около 10 работ. Я собрал на берегу моря ракушки, мусор и постарался преподнести людям это в виде искусства. С помощью морских ракушек пытаюсь помочь людям понять все происходящее. Экспозиция в историко-этнографическом музее «Гала» организована под открытым небом. Здесь с 2015 года функционирует музей, где собраны лучшие работы, представленные в рамках выставок из отходов в искусство, проходящих ежегодно с 2012 года. Сарвиназ Гаджалиева, Фарид Ибадов, CBC. К этому часу пока все. До встречи в следующем выпуске. Всего доброго.